Пацаны, знаете, сейчас так жарко, и я решил не париться и одеть кофточку. Ну, открыть, конечно, знаете, да, что? Народ, всем здорово, попали на канал Дядя Никит, и сегодня с вами будет очень интересная карьера за сборную Франции. Как вы поняли по названию этого видеоролика и по обложке, у нас будет карьера за сборную Франции, где мы будем с вами обозревать все, проходить, и на сайте всеми уже с вами любимым 2D. Такое ощущение, как будто я являюсь каким-то пиар-менеджером или каким-нибудь там человеком, который просто пиарит этот сайт. На самом деле оно так не является, мне 2D не платил, я просто играю. Короче, это очень крутой сайт, где можно, в принципе, играть за разные команды, страны, поэтому рекомендую всем, но это не реклама, реально вам говорю, это исключительно правда, сайт реально крутой, я на нем играл еще до всего этого, я играл на нем еще 5 лет назад, 8 лет я на нем играл. 2D добавили Евро 2020, это было где-то полгода назад, они добавили Евро 2020, и я решил записать ролики на тему Евро 2020. Конечно же, это опять запись со стрима, да, не нужно мне ничего говорить, запись со стрима. Многие любят, многие не любят, но я делаю то, что мне нравится, а мне нравится, значит, я делаю. Этот вид роликов, если, конечно, у меня получится все пройти и вообще распланировать, этот вид роликов я поделю на части. Вот условно, сначала же будет отборочный этап, потом групповой, и плей-офф, и финалы, да? И вот этот вид роликов я хочу поделить на 3, а то и на 4 части. В первой части это квалификация, то есть отбор к Евро, потому что там 12 матчей, и все 12 надо пройти. Потом групповой этап, тоже второй ролик уже будет. Это групповой этап. Третий ролик это плей-офф, ну и четвертый это финал. И то есть я в него попаду и выиграю это Евро. А так мы с вами посмотрим, получится интересно или нет. И почему многие спросят сборная Франции, вообще как мне пришла эта идея в голову. Я сидел на стриме, и мы что-то разговаривали про футбол. И я решил начать карьеру за сборную Францию на сайте 2d.com 2020. Так как я на этом Евро, у меня были фавориты, это Россия, Украина и Франция, вот эти три команды, ну можно еще и Бельгию отнести, давайте еще и Бельгию, то соответственно, ну, я решил начать карьеру за сборную Франции. Начнем с того, что за Россию я уже играл карьеру, за Украину я не буду пока что, потому что сейчас шумиха не очень хорошая идет политическая, я бы не хотел, чтобы на меня все повесили. Ну а за сборную Франции сейчас, ну и если вы поддержите этот вид роликов, будет еще карьера за сборную Бельгии, за которую я тоже на этом Евро подбаливаю. Посмотрим, что будет и получится ли у меня угадать счет, и это типа Евротур, кстати, да, это Евротур сборной Франции. Все, в принципе. Поехали, приятного просмотра. Ну, а мы начинаем, пацаны, запись со стрима. Плей-офф. Уже полуфинал. В полуфинале у нас Испания вылетела, охереть. Шотландия, Англия. Кто бы мог подумать, за Шотландию и за Россию. Бельгия, Германия, Бельгия. Бельгия, Франция, кстати, это две команды, которые претендуют на победу в настоящем Евро. И вот сейчас мы посмотрим, какие они в игре. Ну нахер! Чё Погба творит? Вот так хочу пробить. Я играл либо в кроссовках, либо брал просто батины кроссовки. Какие-нибудь рабочие, знаешь, такие прям, которые там с дырочкой обязательно, или там вонючий пиздец. И в них играл. Понимаешь, вот само понятие футбол, футболисты просто, которые много получают, они переиначили. Само понятие футбол, ты должен играть в футбол и наслаждаться, и кайфовать. И понимать, что ты играешь, занимаешься любимым делом, любишь игру. Бельгия камбэчит. 2-1, 10 секунд, будет интрига. Это один из лучших матчей на этом Евро на данный момент. И все-таки 7 секунд. Интрига будет? Не будет. Все, все, все. Все, до свидос. Бельгия вылетает тоже. О, это да. Франция в финале играет с Англией. Кстати, это вполне реальный исход, потому что, по-моему, Англия в другой сетке находится Евро. Пацаны, финал Евро. Финал Евро. Просто что может быть лучше? И мотивационнее. На, сидит. Согласен. Я просто, понимаешь, мне было, в принципе, пофиг, как на меня посмотрят, в чем я играю. Хоть голым и босиком. Для меня сам факт игры в футбол, это уже счастье. Я уже кайфую. Я всегда, когда играю в футбол, когда мне в кайф, я улыбаюсь. Вот всегда. Вот улыбка, она сама появляется. Вот это называется, что я люблю свое дело, свою работу. 2-1. За шиворот, брат, конечно. Как могло быть по-другому? Это Англия. Смотри, какие пушки Погба просто херачит. 2-1. 2-2. 2-2. Интрига. Интрига. И будет, кажется, золотой гол. Кажется, все-таки будет золотой гол. Или не будет? Все, надо сейчас забивать, пацаны. 5 секунд. Есть! Есть, блядь! 3 секунды. Надержаться. Есть.
Все, пацаны, Франция в тяжелейшем матче в финале взяла и выиграла это Евро. 3-2. Поздравляю, вы победитель. Спасибо. Кто бы сомневался, что сборная Франции не выиграет? Кто мог сомневаться? Вот во мне, ну лично. Я не понимаю. Мы проделали очень сложный путь. Причем мы даже могли вообще не выйти на это Евро, но, блин, вышли. Это же хорошо, когда мы вышли, да?